Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте. Бритье. Сегодня я впервые в жизни официально побреюсь с тонком Байкал. Впервые в жизни официально. Каждый из вас, кому это будет интересно, или может быть интересно, сможет пройти по ссылке в описании под видео и посмотреть на него в нашем магазине. По сути, ценник достаточно небольшой. Нержавый получается 4900, алюминка с анодированным покрытием 3400 и просто алюминий 2600. Каждый в комплекте имеет запасную плиту, но не забывайте об исключительности станка. Мало того, что это попытка сделать Rockwell лучше, то есть вот как правильно, с моей точки зрения, интересно, сказал Александр Тернавский, это наш ответ Rockwell. Но это еще первый в мире станок, который еще до своей официальной продажи, анонса, появился на вторичке. Так что взвешивайте все свои за и против, и кому интересно, welcome. Сейчас пока все на крупный план, смотрите что да как, трогайте, шупайте, а я начинаю подготовку. Догоняйте. Это и есть герой сегодняшнего обзора. Станок Байкал в трех вариантах исполнения. Нержавейка, просто алюминий и два алюминия с покрытием. Автошей 4711, всеми известный спутник лезвия, мыло Соупали от Александра Беларусь. Ну и помазок Масета 30 мм в диаметре. Ух, монстрюга. Давайте, наверное, начнем обо всем поподробнее, но со станков. Нержавейка. Нержавейка, несомненно, будет, потому что он самый тяжелый из всех представителей Байкалов, весом 123 грамма. Ну и, конечно же, брить будет несколько иначе ввиду своего веса, поэтому его оставляем однозначно. Щетина. Ее возраст уже сколько? Ну, почти 7 дней, поэтому, наверное, возьмем самую агрессивную плиту, которая здесь есть. Это семерка. Ну вот, на семерку и поставим. Лезвие спутник, я уже говорил. Обязательно будет вот такая вот штучка, ребята. Не профукайте ее, не провороньте. Мелкую плиту 4.3 убираем в сторону. Ну а теперь смотрим. Разбреемся так, значит, нам цифру совместить так. Вот видите, это будет неправильно. Переворачиваем. Как правильно смотрится, так правильно и бреется. Ввиду того, что длина станка 43 мм, по краям ничего не выходит. Это запакованная конструкция. Мешать никому ничего не будет. Давайте посмотрим, как у нас вылетает лезвие, позиционирование. Это что касается нержавеющего. Теперь выберем алюминиевый. Ну, тут хоть и раздолье по цветам, но тем не менее, все равно они будут весом в районе 44 грамм. Каждый брить будут одинаково. Поэтому, ну, если взять, допустим, без покрытия, ну, красавчик, конечно. Красавчик D16T. Ну, это самое подходящее, что мы нашли для производства станков, хотя не спорю. Может быть, есть еще алюминий какой-то еще поинтереснее. Если вы знаете такую марку, пишите. На будущее вполне вероятно, что это пригодится. Или два с покрытием. Один более брутальный, другой более такой аристократичный какой-то, более прерии, Сахара, что-то такое авангардистское. Ну давайте вот это, наверное, авангардистское и зарядим. Точно так же, как и на его соратнике из нержавеющей стали. Обязательно будет стоять маркировка, возможно, чуть-чуть будет хуже видно из-за этих вот полосок, которые здесь есть, но тем не менее, очень даже различимо. Ручка, структура, строение, все то же самое, один в один. Ну, в этот раз, наверное, также поставим на семерочку. Хотя не исключаю, что во время бритья мы еще и на шестерку перескочим. Лезвие запозиционировано. Теперь выбираем агрессивность 7. Конструктив точно такой же, и по-прежнему ничего не выходит.
Смотрим, как вылетает. Все, со станками разобрались. Мыло. Давно у нас не было мыла с братской Беларуси. А тут, когда вот заглянул в этот мешочек и открыл баночку понюхать, сомнений даже на секунду не оставалось, потому что на меня такая Ниагара любимых мною запахов сбросилась с мыла, которое называется «Восточные пряности». Производство Совпали, Александр, Беларусь. Ребята, это запах просто... Он настолько феерический для меня, что у меня даже слов нет его описать. Я в нем вижу и чувствую сандал, я в нем слышу те самые палочки ароматические, которые в свое время, в бытность свою помоложе, я скупал индийские килограммами, тыкал куда можно и не можно, и везде все это тлело, и везде все это работало. Я просто офигевал от этого запаха. Офигеваю сейчас, ну, ввиду того, что любимая аллергия, я не могу этим часто пользоваться, хотя на работе грешу. А здесь Александр совершенно на халяву меня... возвращает в этот мир. Но прошу не путать, это не аромат индийских палочек, это индийская вариация сандала. Вот я это так слышу. Это чертовски, чертовски вкусно, настолько вкусно для меня, что я готов грызть это мыло или есть чайными ложками и просто кайфовать от этого. Состав, кому это интересно, вот, пожалуйста. Упаковку вы все уже видели, она стандартная для Совпали, вполне себе удобная, позволяет работать прямо в этой банке, все на месте, все хорошо, заполнено не до краев, поэтому практически чаши никакой уже не надо. Бери, набирай пену, иди и работай. Автошейф. Автошейф 4711 по прошлому году. Вячеслав, спасибо ему огромное, из Германии прислал мне пару фунфыриков, и вот они, конечно же, стоят. И по таким вот знаменательным случаям, подобным этому, конечно же, я их вытаскиваю, пробую. Ребята, это что песня? Это просто пипец какой-то, это просто сказка какая-то. Вот такая великолепная это для меня водичка. Вот сегодня ей и попробуем, а работать будем. Но поможет сбить пену сегодня 93-граммовый красавец от компании Масета. Сильвер тип, повышенной плотности и набитости. Диаметр узла 30 мм, общая длина 105 мм. Ну вот такая красотулина. Сегодня и поработаем. Мне кажется, вот для этой чаши это, конечно же, будет просто песня какая-то. Поэтому пошли бриться, ребят. Ребят, с каким бы другим мылом, возможно, я бы и не жалел сильно, если бы не сделал этого. Но вот именно с восточными пряностями от Совпали. Не, ребят, я не удержусь, я это сделаю, потому что... Как же я люблю и уважаю этот запах. Я от него просто кипятком во все стороны, вот так со скоростью света брызгаю. Примерно точно так же меня плющило в свое время еще от одного мастера, еще от одного запаха. Это, по-моему, пески пустыни, по-моему, или еще что-то было такое. Или марокканское что-то вот такое вот от Элис из Англии. Ну а тут прямо, ой, я готов купаться, нырять и просто... Блажить, бегать без штанов, как ребенок по лужам, и млеть от этого запаха. Вот так я его люблю, так люблю. Грусть, печаль, тоска, потому что вот за все это время я этот запах встретил единожды. Первый раз я на него наткнулся в индийской лавке, где-то давно уже, наверное, лет 10-15 назад, с тех пор я в него влюбился. В мыльно-пузырной теме встречаю его первый, единственный раз, все. Больше никогда не было. Именно вот в этом мыле. Да, я понимаю, что все это достаточно имхово. То есть вот все те люди, которым вот эти вот индийские вот эти напевы, они как бы, ну как бы, что они есть, что нет, те ребята, возможно, со мной не согласятся. Но кому вот это вот близко, это просто как сыр.
сыр в мышеловке, вот для меня, вот туда, вот с закрытыми глазами иду, да и все. Пока это кушает, ну, давайте, наверное, пену подбиваем, посмотрим, что из себя помазок строит. Как я уже говорил, выделываться не будем. То есть, ну, тот помазок, который замочили, уберу с него лишнюю влагу. И на то влажное, что осталось после подготовки пришейва, сейчас пойдем забирать мыло в помазок. После замочки чуть-чуть появился запах шинели, не критичный, не принципиальный, но есть, все же есть. Уловить вы его сможете. Какой-то он вязкий. Я вот просто чувствую вязкость. Это, наверное, мыло и помазок как-то сопрягаться начинают. Нет, все-таки помазок значительно больше, чем эта баночка. Если он раскроется, он будет превышать пределы. Ну, вот посмотрите, здесь у нас уже все набрано. Внутри, посмотрите, что из мыла творится, так это вообще что песня. Это сливочки хорошие, качественные, отличные. Я, честно сказать, на своей памяти-то не помню, чтобы у Александра были какие-то партии, которые ему не удались. Ну, вот это еще одно повторение того, что да, мыло хорошее. Пошли на лицо набивать пену. Хорошо. Так, ну пока влажное бритье, наверное, прям с помазочком-то зайдем. И если что, по необходимости будем добавлять чуть-чуть влаги. Не, все-таки тридцатка слишком большая для меня. Я думаю, что тут, наверное, размер больше нужно выбирать не по широте души, а по широте харизмы. Вот для большого лица, да, 28-30, ну это прям возможно вариант. Но у меня все-таки как ни крути средняя, ну и вот такой дур машины, ну это сильно, сильно. Хотя, то, что я так думаю, это не есть, что так есть на самом деле. Потому что я знал людей, которые были, ну, немного больше меня, но все равно любили большие помазки. Причина была простая. В них большие скатлы, и вот большими помазками им было интересно там шорох наводить. То есть он берет тоже длинную ручку, там большой узел, там 28-30. Ну и как пошел фигачить. И пока вот из горшочка, из этого, из скатла, как из волшебного горшка пена вот так вот не прет, он не останавливается. Ну, человек от этого фан ловил. Сергей его зовут, наш амич. Но чего нет-то? Вполне себе. Ну вот. То, что я сейчас вижу на лице, это лишнее подтверждение тому, что с хорошим мылом и работать приятно. Это во-первых. Во-вторых, особых заморочек не испытываешь. Да, конечно, можно же там и замороченным мылом поработать и кайф получить. Но это все зависит от того, чего вы, собственно, хотите. Давайте одну сторону сейчас пойдем не ржавым станком, а другую, наверное, алюминькой. И там будем начинать на семерке. Так, первый не ржавый. Звук слышали, да? Несмотря на то, что ручка здесь кажется какой-то неказистой, может быть, даже не совсем в кассу, то в работе, когда вот держишь ее именно вот таким хватом, ну она реально отрабатывает, реально хорошо, реально интересно.
Ну и люминка уже по этой стороне. Ой, что же я делаю, у меня правая тоже есть. Ну вот, друзья мои, недельная щетина. Вот пуля пролетела, яга. Вот пуля пролетела, и товарищ мой упал. Из всех людей, которых, ну скажем так, от которых я слышал мнение о Байкале, алюминиевом и нержавом, ну, которые его пробовали, первый был это Денис Диденко. Ну, естественно, я сам, после того же Денис Диденко. Так вот, со слов Дениса, он говорит, да пофигу, по-моему, одинаково бреет. Ну, возможно, говорит, люминка чуть-чуть получше. Ну, не готов сказать, надо еще. Но у него станки недолго были, по-моему, пару недель всего. Александр Тернавский, у него был только нержавый. Алюминия у него не было. Ну, это не его предпочтение, я просто не послал. Сейчас уже жалею, надо было тоже. Ну, ладно. Подробнее всех, конечно, и более интересно, развернуто о нержавом и алюминии, это рассказывал Дмитрий Уроборос. Там, да, больше слов было об алюминиевом, а нержавом было меньше. Ну, он сразу ему не понравился. Ну, в смысле, как не понравился? Ну, жестко для меня. Вот дур-машина, трактор, ну, неприятно, что-то вот такое. Я удивлялся, но все в конце концов, это ж мнение человека, что, ну ладно, хорошо. А вот, ну слышите по звуку, да? Ну вот за алюминку, там слов было побольше. Ну это имеется в виду до того, как звезды переменились. Хоть у Дмитрия Епитова было и больше, чем у меня, но по большому счету я с ним был согласен, потому что, в принципе, и там найти, как держать станок, несложно. Но на алюминиевом это вообще не нужно слово совсем. Может, ты просто тупо поставил, и просто бреешься. Вот, то есть вот так вот, и никак иначе. В конце я вам расскажу, что с моей точки зрения получилось, что не получилось. Но сейчас, ну в принципе, вот смотрите, мы сейчас на два прохода прошли на семерке. Давайте сейчас, наверное, на шестерочку перевернем и добьем уже там все, что осталось уже на самой, собственно, шестерке. Тырс для этого, все, что нам нужно, это не пукать гаечку, ну в смысле эту пластиковую шаевочку. Надо что-то придумать. Во-первых, надо ей цвет поменять, сделать другой. Потому что очень часто и очень многие говорят, Викторич, блин, ну что за фигня? Ну забыл ее, она белая, на белом. Вот иди ее найди в раковине. И часто она в слив улетает. Поэтому вот я думаю, что да, надо цвет поменять. И здесь точно так же перевернем. Угу. Семерка кверх ногами, это нормальная шестерка. Так, ну все, поехали. Чуть-чуть смочу. В
мыло. Я бы, наверное, больше мог рассказать об этом мыле, если бы это было неудачное какое-то мыло, не то, которое обычно Александр делает. Но так как я считаю, что это то самое мыло, которое он делает всегда, поэтому могу лишь всего лишь повторить, что это хорошая пена, хорошее подскольжение, скольжение, запах чума. За этот запах, который именно вот в этих вот восточных пряностях, от меня лично просто 3 балла сразу, бум, в карму и все. И прям, это мое любимое, ребят. Говорить, что хотите, я этот запах просто обожаю. Ну и плюс, экономичное, да? В работе, ребят, ну оно беспроблемное, просто тупо беспроблемное. И что еще нравится, после бритья часто остается такой эффект, что ты чувствуешь, что твою кожу так чем-то там подмаслили. Вот, то есть что-то там в мыле такое было. Ну давайте уже последний. И заключение. Сейчас достаточно вполне польскоржения, чтобы вот ту подбривку, которую я считаю нужным, сразу же так ее раз и пробежать. Это тот станок, в котором можно шкрябаться. В 69-м, к сожалению, нет, потому что если 69-м начнете шкрябаться, то у вас там морда лица будет ого-го как. Ну, может быть, не будет, может быть. Но это не тот станок. Здесь хоть тресни, хоть зашкрябайся, все равно ничего не будет. Да. Да все, что тут? А нечего. Ну сейчас тут мыло, блин. Ну вот здесь вот, да, здесь вот еще можно чуть-чуть так. Ну и тогда уже и здесь тоже. Кстати, зашуркался до тех пор, сейчас вот здесь вот проводил, и чуть-чуть резина появилась. Ну я думаю, это не ущерб мылу. Ну все, теперь ополаскиваемся, компресс, ну, автошейф и... Что из себя, что я думаю об этих станках, ну и обо всем остальном. Ну вот сколько тут осталось. Вот смотрите, вот это вот водичка. Так. А вот это вот все, что там было. Видите, да? Ну то есть нормальные фактуры, нормального качества. Ну, чего-то другого ожидать от помазка диаметром 30 мм узла. Ну, сами понимаете, то есть тут как бы всего. Волосия. Волосья как таковые я не наблюдаю, но шинельку наблюдаю, да, да, есть, пахнет, пахнет, хотя странное дело, после того, как высыхает, она исчезает. Ну все, компресс. Жалею, что пошел на поводу у самого себя, сделал теплый компресс, и сейчас, возможно, в некоторой степени чуть-чуть красноты будет от компресса на шее. Но с другой стороны, такого рода краснота, она сейчас быстро сойдет и будет явственно понятно, что там за бритье такое. Это, знаете, это как весной снег. То есть можно всю осень, всю зиму упражняться, когда снег растает, то люди видят, ага, вот здесь вот с
этой, с 20-й квартиры насрал, вот здесь вот с 10-й. Ну, пес имеется в виду, не хозяин. Все, автошейф. Наверное, оттуда и появилась поговорка, придет весна, снег растает, и сразу станет все ясно, понятно. Автошейф. Люблю вот такие моменты. Очень-очень люблю. Не люблю, когда поорать не получается. А так люблю, блин. Ой, люблю. Хорошо. Эх. Лосьон. После бритья 47-11. Классика. Классика, настолько классика, что некоторые его считают уже старым, замшелым, и что может быть, в нем там чего-то не хватает, может быть, он там местами какой-то старперский, может быть, там что-то даже вот такое, ребята. Ну, пускай считают. Для меня это всегда был и остается тот идеал, который мне всегда нравился. Почему? Потому что здесь великолепное, чудесное соотношение цитрусовых. Он великолепно освежает, великолепно Что нужно сделать с кожей, чтобы она тебе спасибо сказала? Вот он с ней это делает. Быстро сохнет. Кожа остается бархатистая, знаете, как шагреневая. Ну что еще надо? Надо, чтобы он пах сутки после этого. Но тут, увы и ах, пахнуть столько он не будет. От силы, может быть, ну, час-полтора-два, и все. И прости-прощай. Вот это, с моей точки зрения, самый основной минус этого лосьона. А так он просто великолепен. Просто великолепен. Чудесен. Еще раз Германии спасибо. Мыло. Ну... Я не знаю, но вообще вот есть хоть один человек, который пробовал мыло Сополи и сказал, ну что-то как-то, ну мыло, ну подумаешь, ну что, лучше видали. Ну возможно и видали, но мыло на самом деле хорошее. Поэтому вот, я не знаю, если в России такие люди есть, вот отзыв там где-то почитать или еще что-то, ткните, ребята, ради интересно. Схожу и посмотрю, и почитаю, что там человеку не понравилось. Потому что, ну... Стабильность хорошего результата. Это первое, на что можно рассчитывать, покупая это мыло. Ну и то, что автор этой коллекции умеет играться запахами, он для меня лично подтвердил вот в этом мыле. Потому что восточные пряности, это взрыв мозга, это Хиросима, это просто пипец, это туши свет, это все. Это не писами по воде Вилена, не вилами по воде писа. Блин, ну что-то вот из этого, двоих подчеркните. Это точный свершившийся факт для меня. То есть мне тут гадать уже даже не нужно, потому что к хорошему продукту добавляется еще великолепный для меня чудесный запах. То есть для меня это радость, для меня это свет в окошке, для меня это лишняя позиция, которую я хочу оставить у себя дома, чтобы вот когда что-то там как-то там, раз так хотя бы из баночки понюхал, и уже хорошо, и уже зашибись. Помазок. Ребят, очень часто, зачастую, у нас глаз, когда мы бегаем, смотрим по маске, так вот страницы листаем, и цепляется за что-то большое, 28-30. 30-й от Масета – это не тот помазок, который можно брать просто так на арапа. Тут нужно ваше осознанное решение, ваше понимание того, что вы берете. Потому что вот посмотрите, во что он превращается. Это реально... То есть, если вы любите большое, тогда да, тогда, несомненно, это ваш выбор. А если вы еще не знаете, если вы еще сомневаетесь, а может быть, вы такой же маленький, как и я, а думаете взять это, но даже еще ни разу не пробовали и не понимали, слушай, а как оно будет, то, возможно, вам не стоит начинать с этого помазка, потому что он становится даже больше, чем он есть на самом деле. Вот сейчас возьми его штангелем в цмере, он в основании уже давно не 32, там 33, по-моему, 34, хотя сам диаметром 30. Он больше, чем обычно. Поэтому все, кто думал за большие помазки, ребята, лучше осознанно подходить, потому что он будет больше, чем вы на то рассчитываете. Вот это я хотел сказать. Ну а так,
Шинелька, да, подпахивает. Суперупругость, вернее, супер набитость, повышенная набитость, которую там обещали. Я не знаю, ребят, я к ней уже привык, я ее не замечаю. Мне кажется, ну помазок и помазок, нормальный, хороший. Но размеры, да, размеры впечатляют, конечно. Ну и пацаны там застращали, засмущали. А, Иванов, там волосье лезет, там-то там. Вот сейчас хожу и смотрю, когда полезет. Но пока, слава богу, ничего никуда не полезло. Вот такие вот дела. Станок, станки. Ну, ну, прав Димыч был, уроборот который. BBS этим станком делает там 2-3 прохода, в зависимости от щетины, а что нет-то, легко. Не совсем понимаю, почему ему не понравилась нержавая версия, но это тоже так, знаете, имхо. Ну, не понравилось и все. Зато три остальных человека, это Александр Чернавский, Денис и я, тут нержавый мимо не прошел, то есть он явно хорош, это грейдер, это просто вот так вот прошел, лезвие стоит, ну и с каким результатом вы сами видите. В самом начале, помните, 7-дневная щетина, все, что я сделал, его просто отпустил, он свою просеку врубанул, говорит, давай другую, следующую заряжай, рядом провел еще одна просека. Ну, то есть, вот в этом, конечно, есть преимущество. Плюс 304-я нержавеющая сталь, плюс вес 123 грамма, плюс вот это вот стать, взял руки, маешь вещь. Да, вот меня лично оно цепляет. Судя по всему, и Дениса с Александром Тернадским тоже цепануло. Но почему-то мимо Дмитрия прошло. Но имеет право быть, имеет право. Люминька. Знаете, как 7 гномиков. Вот вроде вот пока стоят, молчат, и тишина, и не видно ничего. Потом как они начинают двигаться, и как заговорят, и тут сразу же объем создается, и все заполняется. Точно так же, держишь в руке, ну фитюлька какая-то, ну что, фитюлька, ну фитюлька, 44 грамма, о чем? Да ни о чем, вообще. Как только начинаешь работать, и тут, да, тут, ну прикольно, прикольно, реально интересно. В моих собственных глазах победили ли Мурокволл? Да, да, победили. Здесь на самом деле не надо искать угол, здесь на самом деле просто бреешься и бреешься. Поначалу это прикалывает, потом вполне возможно это будет, ну, точно так же надоедать, как надоело когда-то в Роквеле. Потому что, ну, а праздник где? Ну, а где разнообразие ощущений? Где, ах ты, раздражение? А где там что-то снес? А где это, а где то? Да нету. Потому что это всегда стабильно, прогнозируемо, надежно. И вот с моей точки зрения, Роквелл... Ну вот взять, допустим, шестерку Роквелл, да? Вот как она сносит, это вот все понятно. Здесь семерка. Мы ее специально сделали, чтобы это было чуть-чуть помощнее, чем шестерка у Роквелла. Так вот, благодаря тому, что мы удачно скопировали эту геометрию, то получается, что семерка здесь, на Байкале, она по ощущениям так же, как шестерка на Роквелле, но сносит лучше. Ну, то есть... Ну, скажем так, мы сами себя обманули. То есть, да, лучше, да, интересно, но от этого не стало веселее. То есть, по сути, мы повторили то, что уже кто-то сделал, ну, возможно, чуть-чуть лучше сделали. Ну, а твое-то где? А мы-то что? А мы-то как? Ну, вот, вот это, ну, как, не угнетает, что ли? От этого грустно, что да, получилось, но именно поэтому мы не хотим идти этим путем дальше. Потому что это все не наше. Это все кто-то там в Канаде сделал. Ну, а мы просто здесь попытались что-то изобразить свое. По эстетике, да, да, по эстетике, ребята, мы тут, конечно, Сальвадор Дали и Гуччи все отдыхают. Потому что, ну, такого, ну, блин, монструоза. Такого создать, конечно, но это нужно было постараться. Ну, а во всем остальном, великолепный бреющий станок. Не брать тем, кто любит 41-ю голову, потому что здесь семерка до 41-го не дотягивает, а всем тем, кто от HD34 до 37-го сланта, найдут его интересно. Да, да. Ну а ценник, нержавый 4900, оксидированный, сколько там, 3400 с полированной верхней крышкой и просто алюминька 2600, но она символическая. Она символическая, потому что изначально цены, скажем так, должны были быть больше,
Но после того, как мы поняли, что нам не надо вкладывать в развитие этого больше, потому что мы это все херим, закрываем, не будем делать дальше, то решили просто так практически, ну, по себестоимости, вот как вышло с производства, там чуть-чуть какой-то децл, чтобы просто само себя окупило и все. То есть это вообще ни о чем совсем. Так что смотреть на это с той точки зрения, что где-то там на вторичке появилось, кто-то что-то там сказал, кто-то что-то там подумал, кто-то что-то пальцем тыкнул. Ребят, ну пускай говорят, свою точку зрения имейте. Потому что, ну ладно, вот там пару-тройку месяцев назад пятна на солнце случились, ну и все, и у людей, смотрите, как хлоп, и мнение поменялось. Но кто может гарантировать, что через неделю, через месяц, через два солнце опять пятнами не пойдет, и человек опять сменит мнение. Так что имейте свое мнение, вот на него и опирайтесь. Свое мнение я вам только что сегодня рассказал. На этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай всегда-всегда все будет хорошо. Ну и до новых встреч. И от всей души надеюсь, что в следующий раз уже можно будет зарядить что-то интересненькое. На, вы, по-моему, тайгу на повседневке просили проверить. Ну, давайте 3-4 дня подряд. Вот, смотрите, я сегодня побрился, да? Ну, скажем так. Сегодня вторник. Ну, вот пускай будет четверг, пятница, суббота. Да и хай с ним уже, гулять так гулять. Может быть, в воскресенье 4 дня подряд на тайге, на первое, на полторашные, на двое, на 2,5 позиции. Вот можно из этого что-то изобразить, посмотреть, как она на повседневку будет. Хотя, если на повседневку, то для меня лично это, скорее всего, нужна будет где-то или полторашечка, или вторая позиция. Вот. Все. Пока-пока. До новых встреч. Если кому-то что-то интересно, спрашивайте. Отвечу, если знаю. Если не знаю, но буду просить помощи зала. До новых встреч.